В новом учебном году в Казанском федеральном университете можно будет получить образование в сфере архитектуры. В Институте дизайна и пространственных искусств открылись два новых направления. Одно из таких направлений — это архитектурное пространство и дизайн среды. Акцент в обучении планируется сделать на изучение проектирования и создания общественных и жилых пространств. В учебном плане упор будет сделан непосредственно на знакомство с типологией различных объектов. Чем отличаются общественные объекты от жилых, как и внешне, так и с точки зрения функционального насыщения. Второе новое направление – это искусство архитектуры. В отличие от других учебных программ Института дизайна и пространственных искусств, упор в этих направлениях будет сделан именно на теоретические аспекты профессии. Помимо этого, направление искусства архитектуры отличается от других направлений формой обучения. Оно имеет форму очно-заочную, то есть по факту это вечернее образование, и направлено больше на такое знакомство с архитектурой, с проектированием, с историей, теорией архитектуры. Для поступления на новые направления необходимо сдать ряд экзаменов. Абитуриенту предоставлен один экзамен по выбору. Это либо обществознание, либо история, либо иностранный язык. Обязательными экзаменами являются русский язык и экзамен по рисунку. Мы все-таки делаем акцент на архитектурном рисунке. Поэтому здесь есть свои особенности и разница в подготовке в художественной школе и подготовке к архитектурному рисунку. Она существует. Более подробную информацию по поводу поступления в Институт дизайна и пространственных искусств можно найти на сайте КФУ. Роберт Хасанов, Кристина Колсанова, Андрей Багаудинов, Фарид Захитаглы. Универ Ньюс.